поисковик Ронни О'Салливан. Удобное, уютное местечко для битка. Ну, такое, где неудобно играть Джеймсу Вотане. Ну, ничего особого тут. Случилось, биток не доведен до борта, и отыгрыш у Джеймса Вотаны не должен быть таким уж сложным. Ну, остается напомнить, Ронни О'Салливан один из самых титулованных игроков. 22 рейтинговых турнира он выиграл. Ну и, конечно, среди них есть громкие победы. 4 раза чемпионат Британии, 3 раза чемпионат мира выигрывал Ронни О'Салливан. Это очень почетные, престижные турниры. Был в свое время он первым в рейтинге, сейчас занимает 10 место в официальном рейтинге. Вот интересно такие данные. Ну, плохо, Ронни О'Салливан плохо, откровенно провел прошлый сезон. И, вы знаете, даже у него меньше побед в прошлом сезоне в матчах, чем у Джеймса Вотаны, у его соперника. Если быть точным, то 12 матчей всего Ронни О'Салливан в прошлом сезоне провел, из них 7 выиграл. А Джеймс Вотана 17 матчей провел и выиграл из них 10. Ну, я уже сказал, что счет личных встреч 10-5 в пользу Ронни О'Салливана. И давно не встречались между собой, надо сказать, с 2006 года. Причем 2006 год играли на China Open соперники. И счет был 5-0. Но в пользу не Ронни О'Салливана, а Джеймса Вотаны. Вот такая была последняя встреча. Ну и сегодня Ронни О'Салливан, я думаю, хочет взять реванш с таким же сухим счетом. Ну а последняя победа Ронни О'Салливана, вот в это даже с трудом верится, но была 9 лет назад. Таиланд Мастерс. В Таиланде, где кумир Вотана, где это просто самый популярный игрок, и его слава в Таиланде не сравнится ни с кем, ни с Хендри, ни с Дэвисом, ни с Ронни О'Салливаном. И вот именно в Таиланде Ронни О'Салливан нанес ему поражение. Да, это две последние встречи, а первая встреча была в 1992 году у них, представляете, 19 лет назад. И в первой встрече выиграл Вотана полуфинал Belgian Masters. Был такой турнир, сейчас тоже в это верится с трудом. А потом 93 год был Nescafe Challenge League. Вот такой турнир, такой матч был, и выиграл там Ронни О'Салливан третий год. 94-й встретились в финале British Open. British Open — это уже не какая-то экзотика в виде Nescafe Challenge League. В финале 9-4 Ронни О'Салливан выиграл. Ну что, повел атаку Джеймс Вотана. Он в этой атаке добьется. Посмотрим. Пока это только третий удар. Выходил на синий, не довел. И что теперь играть? Либо черный в угол, либо синего. Все-таки искать выход. Так, Хэмилтон выиграл первый фрейм у Магуайра. Селби выиграл все-таки у Бонда первый фрейм. Так что первые фреймы в двух матчах завершены. А в двух уже и по два фрейма сыграно. Так. И, по-моему, играется шар в правый угол мимо розового. Это важный шар. Важный. Так вот, искал выход. Этот шар открывает дорогу розовому в правый угол. Джек Лисовский третий фрейм выиграл. Коуп Лисовский 2-1. Вот молодежь быстрее всех играет. Ой-ой-ой, тут такой шар. Но забил его. Вот она, забил. Я-то думал, что играется шар вот правый над числом 13. Нет, потом на повторе было видно, что розовый мешал подойти к тому шару. Он играл более сложный, гораздо более сложный шар играл Джеймс Вотана и забил его. Ну и теперь
переход с цветного на красный. Как пройдет этот элемент, опять синий не на ту сторону. Синий снова забит, а тут ничего хорошего. На первый взгляд, ничего хорошего. На второй взгляд, ну, хорошее, нехорошее, но удовлетвориться можно тем, что есть атака, шар выше розового, вполне играющийся шар. Да, атака продолжается, выход на болкерные шары. Биток останавливается в нужной зоне, с коричневого, с зеленого. Удобно выходить на продолжение атаки. Подбой. В правый угол есть шар. И с него можно биток на розовый поднять. Но играть с шара неудобно. Неудобно. Ну, а другого ничего нет. Другое это отыгрыш, а атака только тут одна. Ну и вот со спайдера такой шар. Ну, наверное, не на розовый, все-таки на синий. Играть посильнее. Все это снижает вероятность успеха. Нет, смотрите-ка, и на этот раз забит шар. И выход вполне можно считать приемлемым. С желтого теперь возврат битка, может быть, из коричневого. Но ведь преодолел этот момент Джеймс Уоттона, а положение красных он в предыдущем ударе существенно улучшил. Так что стоит сейчас сделать хороший выход, и серия может успешно продолжаться дальше. James Wattenau, 26. Продлить серию не удалось. Выход желтого был не точен. Отыгрыш Рони О'Салливана сильно, и на левой лузе красный шар. Вот она может продолжить атаку. Ну, спасибо за активность на Твиттере. Но вы знаете, такие матчи, которые привлекают повышенное внимание, не всегда время есть отвлекаться на это. Ну, вот тут есть реплика от, я знаю, любителя снукера. Вот где-то на другом сайте какие-то другие там данные по поводу рейтингов. Еще раз говорю. У всех комментаторов у нас единая информация официальная, которая идет и с World Snooker вместе, с Global Snooker, по поводу рейтингов и все. Можно по-разному их считать, можно заранее что-то отнимать, заранее и добавлять то, что получит минимальное количество очков кто-то за участие в будущих турнирах. Я еще раз вам говорю, у нас одна информация. Все мои слова будут подтверждены, когда мы рейтинги будем показывать на экране. И еще раз я уточняю, что у Рони О'Салливана 10-й официальный рейтинг, а в предварительном он находится на 14-м месте, а не на 13-м, после того, как у него отняли 700 очков за отказ от участия в турнире Australian Open. Посмотрим, чем завершится второй подход. Вот они. Позиция-то хорошая. Thirteen. Fourteen.
21. 22. 29. Все своего выхода к столу Ронни О'Салливан, но пока продолжает серию. 30. Она. 63 удары стали. 63 очка фреймбол играет. Вот она. 37. Я хотел правый красный играть, потом сыграл другой. Вышел на розовый не слишком хорошо, но это был фреймбол. 5 очков не хватает Ронни О'Салливану, это 2 снукера. Ну и чтоб не было необходимости искать снукера, вот надо забивать этот розовый, что и делает Джеймс. Вот она. 1-2. 1-2. Обострение борьбы. Ну а временное или невременное, на этот вопрос ответит нам четвертый. Не забит, но фрейм окончен. 11 очков не хватает Ронни О'Салливана, и он признает поражение в этом фрейме. From the moment you start your journey to the adventure it becomes, from the unique culture to the discovery of friends, from the first look at the past to everything Romania has to offer, Romania, explore the Carpathian Garden. Четвертый фрейм начат. Ну, с этой позиции может и об атаке помышлять Джеймс. Вот она. Второй справа красный. Интересен. С него выход на черный есть. Другой вариант. Атака верхним шаром идет. И выход тоже на черный есть через левый борт. Для этого нижний винт прилагается. Нет, не точен удар. Выход-то получился. Но шар не забит. Более того, этот шар становится на игру. Правую среднюю его будет играть Ронни О'Салливан. И уже просматривает Ронни дальше варианты развития атаки. Для него важно, идет ли левый, красный, правый угол, но это на будущее. Сейчас пока игра в среднюю. Выход на синий. Неточный выход на синий, надо сказать, неточный. И тут, пожалуй, надо просто убирать биток назад и играть тогда второй справа красный. Либо, ну это и делает Ронни, да. Так что либо тут неуместно. Удар со средней дистанции с... выходом на черный, который очень точно надо выполнить. Выход сложный. А ведь получилось. Ох, как здорово сыграно. Честно говоря, такое даже трудно предположить, что вот так все хорошо рассчитано, но других сомнений не оставляет удар Ронни О'Салливана. Он так и выходил. Пускал биток на красный и от красных на черный. Да как точно все было выполнено.
Ну, тут тоже расчетливое касание 15. Красных. Ну, может быть, по силе можно было чуть сильнее сыграть, удобнее был бы черный. Так, черный не слишком, не стопроцентный. Все-таки он хороший, но не стопроцентный. Забит шар, и посильнее нет, не получилось. Черный будет мешать, скорее всего, хотя посмотрим. Черный становится, это точно. Мешает ли он играть? Да, он мешает играть в левый угол. 22. И ведь не совсем была удобная позиция, но играл, Ронни играл с выходом, играл с сильным ударом. Ну, чуть-чуть не повезло, или не рассчитано с выходом. Удар в желтую лузу, проходит удар. И продолжает атаку Ронни О'Салливан. Ну вот, неточность выхода этим блестящим ударом Ронни О'Салливан компенсировал. Теперь подбой с учетом того, что на левой лузе есть простой шар. Новое развитие атаки. И на несколько ударов тут есть что делать. Можно вести серию дальше. Два хороших красных еще есть. И очки набегают. У Коупа с Лисовски уже перерыв 3-1. Коуп ведет с Джеком Лисовски. Селби 1-0 и 25-4. Магуайр 0-1, но 24-0. 38. У Ронни О'Салливана хороший шанс сделать счет 3-1. Уйти на перерыв при 39. Таком счете. Вот и розовый играется, и с него выход на второй слева красный. Еще раз есть необходимость улучшить положение красных. Больше простых красных нет. 45. Синего нет, с черного. С черного будет подбивать Ронни О'Салливан группу из шести шаров. И тут неудачно. В желтую лузу разве что больше нечего играть. 53. 53 очка. Третья серия за 50. И недорезан шар. Будет ли он виден? Нет. Ронни О'Салливан, 53. Нет, он не виден. Тут повезло Ронни О'Салливану. Ну вот она даже отыграться от дальнего красного не имеет возможности. Там бы хоть тонко его было видно с левой стороны. Другое дело. Так нет. И нужно тщательно отыгрываться. Возможно, это перевод на черный борт. Битка на черный борт. Стар. А дальний красный виден. Не точно сыграл Джеймс Уотана. И шар хороший, конечно, надо играть. Вторая волна атаки. Ронни О'Салливана. Ну, тут не надо, тут хватает и 25 очков. Уверенный выход на правую диагональ. 7. Ну, здесь дорезал Ронни О'Салливан. И вот он, и, в общем-то, шанс сохраняется. 83 очка можно набрать при семи красных. One. Не слишком ли прямой черный? Вот сейчас из пяти красных нижний слева направо идет. Но с такого черного выйти трудно. Есть все-таки выход верхним винтом через два борта. Нет, нижним выходит. Куда? Нижним от борта. А, вот что, просто на левую среднюю. Но трудный удар оставил себе Джеймс Уотана. Все из-за того, что плохо вышел он на черный. Eight. Ну, трудный, но все-таки это удар реальный. Может быть, получится
Нет, не хватило точности. James Watsona, 8. Только 8 очков. Дальний шар годится для отыгрыша, но, по-моему, он же идет и в зеленую лузу. Но что-то это не нравится Ронни О'Салливану. Дабл среднюю. Нет, широко сыграл. Вот он и прямой в зеленую лузу. Это трудный удар. Другого ничего нет. Так что тут, пожалуй, надо отыграться. А вот почему бы вот они не отыграться на дальнем красном, играя практически в лоб? Нет, он отыгрывается на ближних красных, уводя биток за черный. И все-таки Джеймс решил поискать и альтернативные варианты какие-то. Вот один из них – отыгрыш от левого красного. Тоже не нравится. И все-таки атака в зеленую лузу с остановкой битка. Почему с остановкой? Потому что с этой позиции нечего было играть. А вот этот красный идет. Ну, тоже неудобно играть такой шар. Так что взвесил-то все правильно, Джеймс. Вот она. Он атаковал, если он забивал, зеленый у него был. Ну, а не забил, и, видите, вроде ничего и опасного нет. Вот теперь Ронни О'Салливан на дальнем красном отыгрывается. Нет, наверное, атакует. Бивает и оставляет шар. Ну, вот еще одна возможность у Ватаны. Шар уверенный для вступления. Синего нет на месте, но придется играть синий все-таки с этой позиции. Ну, ничего страшного, нормальный удар, да, с рестом, ну, и 60 метров от лузы, не у борта, нормальный шар. Ой, как плохо. Ну, с такой игрой, конечно, трудно в чем-то. Шар не был сложным. Идет ли этот красный? Рядом с битком другой красный шар. Хочется атаковать, хочется забивать. И Ронни О'Салливан идет на экстремальную резку. Очень тонкая резка. Он такие забивает шары порою. Нет, это не была попытка атаки, это отыгрыш. И хороший отыгрыш, хороший. Верхний красный немного виден, но это мало устраивает. Вот оно как, отыгрываться ему. Здорово, остроумно, точно, эффективно.
Сложный отыгрыш, но вновь точно выполнил Джеймс Уоттана. Да, ну и тут неожиданный такой поворот. И с коричневого выход на красный фреймбол. Таким образом, фрейм заронил с Ареваном 3-1. 14. 21. Но на других столах у нас у Селби 1-0 с Бондами 42-33. У Магуайра с Хэмилтоном 0-1 и 24-21. У Коупа с Лисовски 3-1. И перерыв. 29. Ну, а Ронни О'Салливан этим ударом. 29 on the frame, фрейм, перерыв в этом матче. Ну, у нас с вами репортаж будет продолжен. Мы, очевидно, перейдем на стол, где играет Марк Селби. Найджелом Бондом. Immerse yourself in the incredible. Search any content and browse the web with the new Samsung Smart TV. Wow! Get the revolutionary SMS Spy on your phone and spy on your friends' SMS inbox. Just enter the phone number of your friends and you instantly have access to all their SMS messages. Order the newest app by sending an SMS with S10 to 33333. What secrets and private messages will you find? Just send an SMS with S10 to 33333 now. That's S10 to 33333. Immerse yourself in the incredible. Search any content and browse the web with the new Samsung Smart TV. Первый осенний месяц вас ждет буря страстей. Все оттенки эмоций, от безудержной радости до полного отчаяния. Захватывающий мир спорта. Нью-Йорк. Заключительный турнир «Большого шлема». Публика требует теннисных шедевров. Выдержать эмоциональное напряжение – большое искусство. Гонщикам предстоит пройти проверку на прочность. 3 недели в Испании станут для них настоящей пыткой. Расслабиться можно будет только в Мадриде. Дания спустя 55 лет вновь принимает чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Сможет ли Фабиан Кончелара опять выиграть разделку? Обзор всех важнейших событий в нашем поле зрения. Самые яркие звезды Старого Света. Вся гамма эмоций в сентябре на телеканале Евроспорт. Ну а мы, пока отдыхают Ронни О'Салливан и Джеймс Уоттана, переносимся на другой матч, в котором играют Марк Селби и Найджел Бонд. В этом матче равновесие 1-1. Непросто, очень непросто все тут складывается. Найджел Бонд, я еще раз скажу, не утратил вкуса к игре. И игрок он добротный. Вчера я смотрел за его матчем. Да, это был матч с обладателем Wild Card. Но это был непростой соперник. Тановат Тирапонг Пайбун.
Бонд хорошо играл, и благодаря этому выиграл. Выиграл 5-2. Вот действительно, играл хорошо. И за день ничего не должно в его игре измениться. Так что 1-1. Рефери этого матча я представлял, когда он выходил. Назову еще раз. Лю Канмин. Марк Селби является лидером предварительного рейтинга с достаточно большим отрывом. Сейчас я вам скажу точно. Точно. 2445 очков его преимущество над Марком Уильямсом. И очень хочет Марк Селби, вот когда будет пересчет, после этого турнира и двух турниров PTC, сохранить первое место, тогда он станет официальным. Еще раз говорю, пересчет – это значит новый рейтинг. И тогда Марк Селби имеет шанс стать официально первым номером рейтинга. Не предварительного, не текущего, именно официального рейтинга. Это очень большой стимул. Ну и это посев, это хороший посев на будущие турниры, вы же понимаете. Найджел Бонд в этом списке. Сейчас я вам скажу. Найджел Бонд, который забил хороший шар и вышел здорово на черный. Можно и розовый играть. Может быть, и надо играть розовый, потом подбирать нижний красный. Найджел Бонд занимает скромную 46-ю позицию в рейтинге. Но, несмотря на это, он, еще раз говорю, он боеспособность не утратил. Вот еще хочется, честно говоря, чтобы на склоне своей карьеры, а когда игроку 45 лет, конечно же, надо полагать, что карьера довольно скоро окончится. В ноябре 46 лет будет Бонду. Но он обещал, он обладатель титула победителя мировых игр по снукеру. И игры раз в 4 года проводятся. Он обещал поиграть еще до следующих игр, чтобы защитить свой этот титул. А предыдущие игры были в 2009 году на Тайване. Ну и будут теперь в 2013 году. Так вот, у него 98 сотенных серий. Да, он не очень серийный игрок. И в этом сезоне один сенчури только у него был. Но сделает еще два, и будет 100 сотенных серий тогда. Ну, раз уж я так о Бонде вот заговорил, Селби-то мы хорошо знаем. Я скажу, что он в свое время был 5-м номером мирового рейтинга. Он играл в финале чемпионата мира. У него есть победа на рейтинговом турнире British Open 1996 года. И за карьеру он заработал почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А эх, выход-то не получился. В 1995 году он играл в финале чемпионата мира не с кем-нибудь, а со Стивеном Хенри. Проиграл 9-18, но финал это был, финал. Единственный титул он завоевал в 1996 году, British Open. Но как это было? Как это было? Решающий фрейм. 0.69 играет с Хиггинсом. 0.69. Нужен снукер. И все сделал Бонд, а потом забил последний черный шар. Ну, были победы на других турнирах, они не рейтинговые. Молта Гран-при 96-й год, Скоттиш Мастерс 97-го года. А вообще, если говорить про рейтинговые турниры, то 5 финалов было у Бонда. Ну и можно вспомнить в 2006 году на чемпионате мира. Да что ж такое, не попадает Селби по открытому шару. Первый раунд чемпионата мира, 2006 год,
Bond Henry и 9-9 Respot Black. Представляете, 9-9 после забитых шаров равновесия, дополнительный черный, и вот Respot Black этот выиграл Bond. И это была большая неожиданность. Это вот коротко о Найджеле Бонде. Кстати, один раз играли Селби и Бонд, и Селби выиграл. Это было недавно. Первый раунд German Masters 5-1 победил Селби. Это было недавно, в этом году, но в прошлом сезоне. Марка Селби мы знаем гораздо лучше. И... своей единственной победе на Welsh Open 2008 года. Он приложил еще две победы на турнире Masters, сыграл в финале чемпионата мира. В последних пересчетах у него 3-4 место, но у него официальный второй сейчас рейтинг, официальный второй. А как я уже говорил, в предварительном идет на первом месте и имеет очень хорошие шансы на то, чтобы стать number one лидером мирового рейтинга. Лидером официально, первым номером мирового рейтинга. Ну да, лидером. Но как про лидеров, так лидер. Это вроде как на дистанции тогда лидер. У Магуайра с Хэмилтоном 1-1. Коуп и Лисовски после перерыва возобновили игру. 15-20 там такой счет в пользу Лисовски. Так вот, Селби... при всем том, просто удивительно, что так мало побед имеет. Бонд. Новую атаку начинает. Ушел биток. Играется ли черный? Это вопрос. Потому что синий гораздо меньше перспективы оставляет. Ну, вот прямой синий, но с него выход какой? Только назад, а назад некуда. Если играется черный, тут интереснее. Тут биток идет в красные. Все-таки играется, но попасть. И Бонду это удается. И биток действительно пошел на красные. В левый угол есть игра. Да, довольно трудный шар. И после него биток идет в другой красный. Получится ли выход на черный, сказать трудно. Но тут почему черный? А на розовый в левую среднюю нормальный выход. Только забивать надо, забивать. А вот это-то и забыл. Найджел Бонд. У него получился хороший выход на черный после этих касаний. Но сконцентрировав внимание на выходе, упустил из внимания. Стара Найджел Бонд. Очень часто такие ошибки бывают. Это позволило вступить в атаку Марку Селби. Марк Селби в прошлом сезоне был самым серийным игроком. Вообще, в последние годы серийность тоже у Марка Селби стала очень высокой. И имея 207 сотенных серий, Марк Селби занимает 14-ю строчку в истории вообще мирового снукера. Перед ним с небольшим опережением идет Хэмилтон и Стивенс. И Селби вполне... даже в этом сезоне, я думаю, он должен обогнать игроков. Потому что вот тенденция такая. 17. У Селби уже 9 сенчури в этом сезоне. У Хэмилтона 2 сотни, у Стивенса 4. Вообще вот удивительно, что вот Шон Мёрфи... только 1 сентября в матче премьер-лиги сделал 200-й свой сенчури и подвел черту, вот пока временно, под списком из 15 игроков, у которых 200 и более сотенных серий. Селби ошибается. И тут у Бонда отличный шанс выиграть фрейм. Ну, а 16-м участником этого списка должен вот-вот стать Стивен Магуайр. Может быть, даже вот в эти минуты. Магуайр же играет сейчас матч. 199 серий у Магуайра сотенных. И он, конечно же, будет следующий. 15-й кому даст 200 серий сотенных.
Красный забит Бондом, он не очень доволен своим выходом, потому что синий у него со сложным выходом на красный. Но надо такие сложности преодолевать. Нет, не удалось преодолеть. В поисках силового выхода от дальнего борта направил Найджел Бонд биток в лузу. Ну вот еще Бонд, говорю я часто, поскольку он участвует в этом матче. Ну а в предыдущих репортажах, вот с Australia Open, с турнира PTC, в сентябре будет турнир Russia Open в Перми. И говорилось о том, что будет участвовать Найджел Бонд. Там было под вопросом еще участие Бена Уоллестона, например. Но Барри Хирн наложил запрет на это дело. В общем, там получалось, что надо сначала с Хирном было все согласовывать, потом только уже игроков приглашать. Ну, без Бонда это пройдет, но турнир состоится. В любом случае, это будет очень интересное мероприятие. Сначала Perm Open с 19 сентября, сразу после Бразилии. А потом лучшие игроки с Perm Open попадают на Russia Open. Плюс те, кто допущен к финальной части без игр. Это чемпионы соседних стран. Это wildcard от организаторов для игроков Пермского края. И лидер рейтинга российского. В общем, вот такой будет турнир, и о нем я потом подробнее расскажу. Потом, я имею в виду после окончания турнира, который я намереваюсь отправиться сразу после Brazilian Masters. Ну, а Селби... Селби пытается догнать Бонда. Отстает на 10 очков, но в его распоряжении атака, позиция. Очень расчетливый кэнон. Сыгран красный, подбит в нужном направлении розовый. Так нечего было бы играть. Есть еще один открытый красный, и Марк Селби будет как бы на него выйти. Все не очень хорошо. Он лучше всего играется в левую среднюю, но мы представим, как станет розовый на свою отметку. И ниоткуда вроде играть этот красный, поэтому выход через борт. Но будем надеяться, что розовый не мешает. Если мешает, то есть атака в левый угол. Нет, все-таки точен выход Марка Селби. Он вполне им удовлетворен. И сейчас будет выходить на розовый, на правую среднюю. 30. Ну, а вот в эти минуты уже выходит к столу Ронни О'Салливан и Джеймс Уотана для продолжения своего матча. 3-1 Ронни О'Салливан ведет. И мы очень скоро перейдем на тот матч. Ну что ж. Трудно сказать, так ли было задумано, но по факту мы видим, что есть игра в правый угол с углом, который позволяет вывести биток на розовый. Если не на угол, то на середину. Нет, даже на угол выходит Марк Селби, поднимает биток высоко. Ну и теперь прокат через левый борт, выход на левый красный. Мне кажется, не прямой шар, и как раз через левый борт получается выход. Да, так оно и есть. Одиннадцать очков перевес уже у Марка Селби, но вот трудный красный этот, трудный и последний. Следует ошибка. Этот же шар играется у Найджела Бонда, но если он намерен.
играть. Хотя я не вижу оснований не играть такой шар. И Бонд тоже оснований таких не видел. Он играл, сыграл точно. А вот тут даже не знаю, идет ли коричневый, идет ли. Ну, так вот внимательно вглядываюсь, и похоже, все-таки мимо желтого коричневого идет. Тогда двух бортов выход, ну, куда-то к красному все-таки получается. А вот если виден желтый... Нет, коричневый, все нормально. Так. Но выход нет, не получается выход. Не получается. Что тут можно делать? Можно тоненько коснуться красного. Биток идет за черный и красный в снукере. Тоненько и тихонько. Это и сделал Найджел Бонд. И снукер, надо сказать, трудно. Потому что от бокового борта не попасть. Не попасть. Значит, надо играть от дальнего борта. В общем, дистанция удара. Вот такой молодец вариант. Вариант массе от левого борта с левым винтом. Но нет, 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 чуть пореже надо. Фол, свободный шар. Ну, свободный тут ничего не дает шар. Просто повтор. Повтор будет позиции. Чуть резче надо ударить Марку Селби. Он так мягко сыграл, и винт не сработал в итоге. Не сработал. Все-таки удар должен быть в данном случае более резким. Хотя вот когда обводящий удар делается, но это тут не совсем, тут не обводящий, тут массе. Это такой выраженный удар с боковым вращением. Вот если делается обводящий удар, там как раз на сильном ударе не то получается. Там средней силы нужен удар. Ну и тут тоже не так уж сильно средняя сила. Селби тихонько ударил и ошибся. Ну что, надо пробовать еще. Вот это лучше. Нет, опять, смотрите, опять не то. Ну почему не ударить сильнее? И Селби, ну, молодой, гибкий. Он может еще более вертикально расположить кий. Вот есть такой удар, даже ногу на борт кладут. И... Есть, я считаю, все-таки это из возможных вариантов, это реальный, потому что, ну как по-другому играть, как? Мимо розового в дальний борт и от второго борта в красный, ну, трудно тут и борта. То, что борта... Ну, где углы такие взять? Надо играть очень близко к желтой лузе. И все равно не такой угол получается. Да, вот снукер-то снукер. Так, снукер. Ой, а тут это что-то очень уж сложное. Очень. Нет, это не точно. Но это очень сложный был удар. Фол и мисс. И свободный шар. А свободный шар не сказал судья, по-моему. Хотя это же явно свободный шар, только половина красного была видна. Так, что-то Хэмилтон там крупную серию. Да, century break у Хэмилтона. Более того, там еще и шаров достаточно. Может быть, это будет самый большой на сегодня сотенный брейк. Интересные такие чисто снукерные запонки у Найджела Бонда. Обратите внимание, когда крупно будут показывать. Ну вот, вот это я говорю. И не хватает немножко угла. Видите, нужен еще левый винт нужен. Но тут вот можно было мисса не давать, на мой взгляд. Во-первых, рядом прошел, потом удар. Это не просто, смотрите, какое расстояние. Это расстояние 8 метров получается, 8. Потому что даже если бы по прямой, вот от борта к борту, это уже, ну что, 7.20, да. А тут немножко по диагонали,
Тут почти 8 метров дистанция, раз. Плюс еще и боковой винт. Видите, Селби даже предыдущую попытку не повторяет. Он уже сколько мог, он набирал углы. Ну, так тоже очень трудно попасть. Так близко, но не то, видите. Ох, какой снукер-то трудный. Это что, уже четвертая попытка неудачная. Очень трудные снукеры. Тут не нужно формалистом-то быть, потому что вот предыдущая попытка для такого трудного удара рядом прошел, не обязательно мисс было говорить. Никакой тут ни хитрости, ничего не старается попасть. Элби, ну, не попадает. Итак, что пропущено? Что у нас пропущено? Хэмилтон сделал 129 очков. Но это лучший результат на турнире вообще. Но это, ой, плохо. И это второй сенчури у Хэмилтона. Он в квалификации с Лиханом сделал. Сделал сенчури. Так, я уже сбился со счету. Сколько? По-моему, 5 неудачных попыток. 20 очков. Да, 55-53, по-моему, так и было. Вот смотрите. Снукер и какие большие, какие серьезные тут последствия. Ну, если вы спросите, как долго это может продолжаться, я вам скажу. Вот сейчас 35 очков на столе. Значит, пока после удара разница не станет 35 или больше. Это был удар от средней губки. Такие тоже есть. Уже все возможности показывает Селби. А вот этот свободный шар может уже и брать Бонд. Потому что, ну, свободный шар есть, да. В лоб красному попасть можно, а вот тонко с правой стороны нельзя. Но тут другая возможность. Розовый шар забивается. То есть там в предыдущих вариантах свободный шар ничего не давал, а тут забивается. То есть можно взять дополнительные очки. Но, видите, такой был трудный снукер. Но сейчас проще не будет. Бонд забьет этот розовый и снова сделает снукер. Так я думаю. Хотя вот он может брать 7 очков. Не подбивается красный, не подбивается. Не знаю даже, оправдано ли такое решение Бонда. Красный не подбивается, но через черный он этот шар достал. Ну, тогда, конечно, оправдано. Ну, и чтобы все это доказать, надо забить еще этот красный. Это фреймбол. 29 очков перевес у Бонда, 35 на столе. Если забивает этот шар, то нужны будут снукера. Но не забил Бонд этот шар. И тогда правомощность его действий можно и оспорить. Ну, а за Селби мы видим тут снукер. Красный за черный, белый за зеленый. Это в идеале. Ну, насколько близко к идеалу получится. Как хочется сделать здесь снукер. Ой, плохо ударил. Плохо, плохо, плохо. Ну, не так уж, что плохо, плохо, плохо. Да нормально, снукер есть, снукер и непростой. Но от левого борта это не сравнить с тем снукером, который был у Селби. Так, смотрим, от левого борта. От левого борта. Но угол тоже такой, на пути удара луза. И надо играть перед лузой с левым винтом. А желтый, позволяет ли желтый попасть там? Давайте посмотрим с позиции игрока. Ну, еще, еще, еще. А, ну, нам показ красный. Ничего нам такой показ не дает, честно говоря. Ну что, тогда от правого борта. Черный не мешает. Есть попадание. Очень хорошо от нижнего борта даже достал этот шар. Да, мы переходим на другой стол, где уже хозяйничает Ронни О'Салливан, ведет он хорошую серию и играет фреймбол. В лузе синий шар, ну и закрепить победу может Ронни О'Салливан забитым красным
Арам. 4-1. Это победа во фрейме. Ну и до победы в матче осталось тут совсем немного. Один фрейм. И это не тот случай, как был у Дейла с Мёрфи, когда Дейл вел 4-1, но матч проиграл. Потому что тут все-таки соотношение сил другое. Там фаворит 1-4 проигрывал. А тут аутсайдер 1-4 проигрывает. И что должно случиться, чтобы что-то изменилось. Да, но тут еще и заход на сотню. 85 очков серия. 88 очков серия. 88. Ну, 102. Хороший выход на синий. 92. Прокат вперед на розовый. И вот удар на очередной сенчури. Второй сотенный брейк Ронни О'Салливана в этом матче и на этом турнире. Четыре один двумя сотенными сериями и еще с двумя сериями за 50 очков. Убедительная игра Ронни О'Салливана. That nurture the soul. People who know use Valvoline. Мы продолжаем наблюдать за матчем между Ронни О'Салливаном и Джеймсом Уотаной. И, судя по всему, здесь все скоро завершится. Вот тогда мы перенесемся полностью на матч между Найджелом Бондом и Марком Селби. Ну а так мы как-то ушли, а фрейм там не окончен. Найджел Бонд с Селби ведет, не удивляйтесь только. 84 на 55 и 35 на столе. Не удивляйтесь, потому что сумма очков 139 и 35. Представляете, это сколько? 174. Вместо 147 в начальной позиции. Все дело в фолах, которые были. Но я сейчас постараюсь сделать так, чтобы видеть тот стол и Ронни по возможности вам рассказывать. У Ронни не пошла что-то. Вот серия. Ну, а такой вздох разочарования, потому что, ну, так, где-то вот что-то у меня... Слышал я, что типа вот максимум сорвался. Ну да, да, сорвался.
Ну, про максимум я сказал уже, что аккумулируются эти суммы 5000... 5000 фунтов стерлингов за максимум. Но поскольку не было максимума в Австралии, значит, те 5000 перешли на этот турнир. 10 тысяч фунтов стерлингов за максимум получит тот, кому удастся сделать максимум на этом турнире. Если нет, то на следующий рейтинговый турнир перенесется сумма и уже будет тогда приз составлять 1000 фунтов стерлингов. 8. Не удалось мне второй стол, но скажу, что последний красный забил Марк Селби. Вот если удастся ему вырвать победу, счет какой-то будет там нереальный. А может быть, там еще и снукера пойдут какие-то. Нет, с последним 16. Красным Селби забил синий и вышел на желтый. Желтый тоже забил. В общем, он остается на 21 очко и 25 на столе. Ну а здесь Джеймс Уотана 18-6 лидирует. Не очень точно вышел на синий. И не видно красных для продолжения атаки. Ну, нашел все-таки вариант. Желтую лузу можно играть. 22. Да, но тут остается, что надо с коричневого подбивать скопление шаров. И все-таки Селби не удалось выиграть этот фрейм. Бонд повел 2-1. А вот она подбил красные шары, подбил, но на игре ничего нет. И надо отыгрываться. 26, touching ball. Объявлен touching ball. Это позволяет... Смотрите-ка, вот она все-таки играет среднюю с выходом на черный. Сложный удар. Не дорезал, много не дорезал, видно уже. Смотрите, как много не дорезал. Ушел сантиметров 10 правее лузы. Ушел шар. Ну, играл так, вот она, он понимал, с этой позиции нет игры. У Рони Усалевана нет, но теоретически-то есть вот вдоль борта шар. И играет его Рони. Это сложный шар. Такой сознательно оставлял вот она. А Рони забивает. Смотрите, сложный шар. Но это благоприятная обстановка. 4-1 ведет Рони Усалеван. Раскрепощен, в хорошем настроении. И когда в хорошем настроении, хорошая игра идет. Хуже чувствует себя Рони Усалеван на фоне напряженного матча. Это его слова, это не выдумки комментатора. У нас есть примеры, конечно, и победа Рони Усалевана в напряженных матчах при равном счете. Но сам Рони Усалеван признается, что в таких матчах он чувствует себя очень некомфортно. Ну и вообще психологические проблемы есть. Этому была посвящена целая большая статья, название которой можно перевести вот именно о здоровье. Клайв Эвертон написал эту статью, ну и как раз она идет буквально от какого заболевания страдает Рони Усалеван, как точнее его назвать, депрессия там или какой-то синдром. Именно так подвержен определенным... Ну, не знаю даже, как не медик, как это сказать. В общем, есть периоды такой панического состояния, когда боится поражения, и вот беспричинно вроде такая паника, страх перед угрозой поражения. Такой синдром есть. Ну, это проблемы. Проблемы и... 29. Связаны они со многим.
Медикам приходилось обращаться Рони О'Салливану в очень раннем возрасте, когда были у него и известные там нарушения режима, и пришлось лечиться. В общем, все это аукается, сказывается. Ну, а тут все в порядке. И, конечно же, болельщики хотят видеть Рони О'Салливана в хорошей форме, хотят видеть его серии, интересные удары. Но сегодня мы и серии две сотенные увидели, две полусотенные. Вот тут третья полусотенная, видимо, идет. И, надо сказать, несколько было, ну, очень хороших ударов, сложных, красивых. Так что вполне добротная игра Рони О'Салливана, и он очень важную для себя одерживает победу. Я думаю, тут уже сомнений никаких нет. 4-1 на серии Рони О'Салливан, перевес 32 очка. Еще один трудный красный, вот потруднее был красный, с которого начал подход Рони О'Салливана. Этот он, шутя, играючи так, отправил лузу. У Коупа с Лисовски 4-2. У Магуайра с Хэмилтоном. 59. Это был матчбол. У Магуайра с Хэмилтоном 2-2. У Селби 1-2 и 20-0. Но здесь матч у нас окончен. 64. Болельщики Рони О'Салливана могут быть вполне довольны 65. Результатом. И той игрой, которую Рони О'Салливан показал. Следующий матч Магуайр или Хэмилтон у Рони О'Салливана. Ну, а мы после небольшой паузы перейдем на матч между Найджелом Бондом и Марком 72. Селби. Семьдесят девять. Еще одна хорошая серия. Увы, не хватает шаров для третьей сотни, но будет 84. Такая игра, будет и третья сотня, но уже в следующем матче. Этот матч завершен. 90. Ну и что-нибудь интересное на черном. Это просто забит черный. Это попытка забить еще и белый. Не знаю, упал, не упал. 97 очков серия. Вот такой матч провел Рони О'Салливан. Начиналось все в первом фрейме. Как-то были промахи. Но потом вошел в игру. Заиграл увереннее Рони О'Салливан. Две сотни сделал. И 97-5-1. Ну, я даже не знаю, будем мы переходить на другой стол, не будем, потому что сейчас мы вам напоминаем о том, что будет завтра. 11:00. Джон Хиггинс, Марк Дэвис, Марк Уильямс, Эндрю Хиггинсон. Вот такие матчи, судя по всему, наш репортаж. Да, ну и да, еще завтра будет же и вторые будут репортаж. 15:45. Дин с Гулдом и Робертсон с Вейнбо. Вот такие репортажи будут. Это завершаться будет второй раунд. То есть завершаться первый раунд. Первый раунд на турнире «Шанхай Мастерс». Ну, а для вас работали Евгения Едутова и Владимир Синицын. Встретимся на новых репортажах. «Снукер» — это прекрасная игра, и вы в этом можете сами убедиться.